Родительский день в умном лагере, 2019 год. Бабуля, ой, привет, внучек! Ну рассказывай, как у тебя тут в лагере, что делаешь? Бабуль, пошли, тебе все по дороге расскажу. Идем, да, покатаемся по Москве. Ой, молодежь пошла! Свои гаджеты залили! Никого не видят, собьют и не заметят! Вот мое время, но хорошо было! Никаких этих ваших гаджетов не было! Ой, красота! Бабуль, а чем докажешь? Ой, садись, сейчас сам все увидишь! Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – лагерь «Искорка», 1985 год. Двери открываются. Осторожно. Бабуль, почему книги вообще под ноги не смотрят? Как так? Ой, ну, книги и газеты интересная вещь, конечно. Ладно, идем, я тебе покажу, как я тут зажигала лет 40 тому назад. Ой. Это наш заряд. Посмотри, они все красивые. Спортсмены, комсомольцы. Бабуль, а это ты, что ли, так? Ну, посмотри, какая красавица. Конечно же, я тоже еще. А ты посмотри, какая у нас зарядка. Ну, давай посмотрим. Современная, красавец, спортсменки. Ну да, молодцы, девчонки, молодцы. Выпендриваются, конечно, всем. Ой, стоп, еще вот, не выпендривался. Ой, а музыка у нас какая была? Бабуль, да и у нас не хуже. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – умный лагерь, 2019 год. Ой, ну в целом ты прав, талант, конечно, вещь хорошая. Музыка зато всегда с тобой. Да и классическая музыка тоже неплохо, душевно. Бабуль, у вас не было лучше.